Бүгін Эрмени базар хастаханесы карантинге қапатылды. Чүнки экімлерінің зарылану тәлікесі бар. 2020-ден зияде адамны обсерваторларға қойдылар. Олардың қоранта азалары самоизоляцияда отырмақ керек. Шымда анда бізі мұхбіріміз София Шукурова Чалышави епісі сонке мәліматны білдірмеге азыр. Селям алейкум, студия. Шымды біз армянск шәрінде болынамыз. Меркези хастаханенің кірішінде полис хадимлері туралар, олар бір кімсей онда кірсетмелер, чүнке бұл хастаханеде коронавирус хастасы белгіленді. Эпісі екемлер карантинде болуналар, шынды бұл хастахане обсерватор еріне ішлетілі. Хатырлатам, хасталарының хабыл ұяса қытілді, хастаханеде шынды 120 дензеде адам болынмақта. Олар 2 афтады мамында карантинде болуналар, оларны ашайт ве ашайтнен теминеті джеклер, олар үчін ашхане чалыша джек. Тезден мында бір кере қоланмақ үчін савуд ве маскалар кетірілі джек. Афсуски хасталарының арасында 10 лоқса ве 4 ана бар. Аджили вазейті оларны Красноперекопск ве Джанкой хастаханелеріне елана джеклер. Все это движение было прекращено, выставили посты полицейские и все, соблюдают порядок. Ни нарушений пока что не наблюдалось. А вот это у нас контрольный вход и въезд. И все. А сколько всего входов на территорию? Ну, как бы три. Три, да? Да. А все три перекрыты? Да, все три перекрыты. Это как бы для автомобилей, ну, а там пешеходные и с противоположной стороны еще один. Ну, там все закрыто. Шымдылык бойы, Солхан Малюмат, бізім ишіміз мында девам ете, бізден айрылманыз.